decisión a partir de que cara por tu nieto. No sé si con mi lugar. Entonces se puede hacer una pared de la cruz. No se me da nada. Si pускай не обе сюда летят. Но одну тут, ну, внешнюю, одну здесь, а столичную. Он съедает лидерские поинты. Чем гравитацию на ней вообще-то. Интегрован го. Если бы космические фабрики, ну, допустим, пара фабрик строила в два раза быстрее, это было бы. Ну, что-то тяжелое было. Можно, да, кстати, посмотреть. Нет, так же самое 10. Ну вот другая стиль. А сейчас крейсер будет через ту на гидре. Оп. И тут кто-то уже. Мы не это имели. Что он пришел? Это кошмар, короче. Опять инко. Ну тут еще с двумя крейсерами. И пять эсминцев. Они забрасывают нас этими войсками этими. Но мы их кучу разбили. Вот теперь что делать? Блин, а мы не назначили лидера. Ну, мы же сейчас Туан как раз назначили, но вряд ли полезет. Да, в другую сторону. Ну, шпион. Не то он, а иногда. 11.50, как раз он там уровня 10. Будет 12, может. Или то 13. Construction и плюс 10% сюда на этот. На исследование. Ну 4 тура тоже. Командор вот на этом эсминце находится на ферре. А эти здесь слева вылетели. Блин. Ну, возможно, он столицу будет штурмовать. Но теперь тогда придется поменять немного планов. Но с этой на внешней стороне мы уже не можем строить. Ну, во-первых, что он может обратно полететь сюда. Ну, на Игна, где военный ванпост.
на столице, ну, на столичной стороне ставим. Надо ставить какую-то оборону и прийти к столице сюда. А тот крейсер в сторону Гидры сюда перекинем. Плохо, что лучевым, а тут каким? Скорость. Норна охраняет она. Да на крейсер у него одна... Плюс 10% на одну пушку. Не, ну лучше, чем ничего. На 4 тура, через 4 тура. Раз, два, через 3 тура уже будем исходить. Нету никакого форсажа, ни за день. Если он сюда в Туан двинется, значит надо раз, два, три, четыре тура. У нас раз, два, три, четыре. Ну мы тут будем. Это на Гидру сюда. Ну чтобы закрыть хотя бы скальер. Но если не будет что-то хватать, можно что-то убрать. Крейсер 2 хода. Но мы сюда пока переедем. Спрыгнем. Ну если надо, ну в Туан хотя бы. А мы тут поставили уже орбитальные батареи. Ракетная база. Звездная база. Ну ракетная обычно самая сильная. Этот орбитальная это лазерная, это ж ракета. Сильный лафет. Так что там вообще мы можем бой дать. Ну вот нам экран бы этот не помешал, он бы не смог практически ничего. Не, ну большим флотом можно долбать. Но... В зависимости, чем он напичкан. Может, сканирования нет, у него. Тогда почти конец. Ну у нас два крейсера, но еще и линкор сверху. Какая из них. А вот строит указан. Охраняет. Нам здесь может еще построить. Ну а я вам просто уровни фрегата и эсминца хорошо держит. Крейсер не особо. А выше это вообще там. Неизвестно для чего.